Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по физике и иностранным языкам. В республике с утра открылись 7 пунктов проведения экзамена. Физику в этом году выбрали 692 человека. Экзамен по этому предмету состоит из двух частей и 32 заданий. Выполнить их нужно за 3 часа 55 минут. А вот иностранный язык в письменной форме сдают 472 человека. Выпускники проверят свои знания по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Работы состоят из 4 разделов и 40 заданий. Исключение – экзамен по китайскому языку. Он включает в себя 42 задания. На их выполнение ребятам отводят 3 часа. Устную часть по иностранным языкам будут сдавать 7 и 8 июня.